Автомобилистам не первый день приходится наматывать круги вокруг Екатеринбурга. На дублере Сибирского тракта убрали разворот. Ради безопасности самих водителей, объясняют в ГАИ. Вот только их об изменениях схемы движения предупредить забыли. Рулевые по привычке поворачивают и попадают на деньги. Юлия Анашкина продолжит. Постоянно здесь разворачиваюсь, езжу, а тут начали штрафовать в последнее время. Не знаю за что, почему. Такого поворота в жизни Владимир не ожидал. Мужчину оштрафовали на трассе за то, что он развернулся в неположенном месте. Хотя оно давно водителями наезжено. Здесь и специальный дорожный знак стоял до недавнего времени. Знак разворота здесь убрали буквально на днях. Для водителя это стало полной неожиданностью и неприятным сюрпризом. Ведь теперь, чтобы вернуться в Екатеринбург, им приходится наматывать километры и терять время. Разворотом на 11-м километре дублера Сибирского тракта в основном пользовались работники и пациенты туберкулезного санатория. Теперь подъехать к нему можно легко, а вот выбраться непросто. До моста нужно ехать, до кольцевой дороги, до ИКАДа. Там разворачиваться, ехать обратно. Только на ИКАДе. Там все перекрыто, разворот запрещен. Выяснилось, разворот на трассе запретила ГИБДД. Этот участок аварийно опасный, объяснили инспекторы. Ведь чтобы совершить такой маневр, водителям приходится притормаживать в левой, самой оживленной полосе. Велик риск столкновения. Эти факторы были рассмотрены и принято решение в целях безопасности дорожного движения, чтобы исключить факты дорожно-транспортных происшествий, особенно с тяжкими последствиями. Вот на основании этого было принято решение запретить левый поворот. В этом году здесь уже случилась серьезная авария. Чтобы не допустить новых, инспекторы и установили новые правила. Однако автомобилисты возмущены тем, что их никто даже не предупредил. Многие по-прежнему пересекают здесь разделительную линию. Одни по привычке, другие по незнанию. Как-то подумать это рационально, может быть, даже какой-то опрос провести, я не знаю, ну, или хотя бы предупредить, хотя бы табличку. Я думаю, то, что люди будут нарушать, и, возможно, это приведет к аварийной ситуации. Разрулить ситуацию обещают в городской администрации. Скоро развернуться здесь не получится даже у нарушителей. В ближайшее время районная администрация установит физические ограждения, запрещающие физический уже разворот. Пока убрали знаки, ну и определяется подрядчик, который установит ограждение. Альтернативы водителям предложено не будет, ради их же безопасности. Впрочем, невелика потеря, говорят в ГАИ. Из-за новых правил автомобилисты теряют в среднем 7 минут. Мелочь в сравнении со здоровьем и жизнью. Юлия Анашкина, Евгений Дробышевский, новости 41-го канала.